Всем привет! Сейчас я покажу, как сделать нож для коробки. То есть мне прислали раскрой коробки, и мне надо необходимо из него сделать нож для того, чтобы он был пятой краской, и потом по нему уже делать дизайн. Что нам для этого надо? Первое. Открываем слои или Windows Layers F7. Добавляем, делаем новый слой. Копируем то, что мы выделили, на новый слой. Ctrl-X, Ctrl-F, это оно вставляет на то же самое место. Так, основа у нас готова. Здесь же у нас будут теперь наши элементы, наш дизайн на новом слое. Слой с ножом пусть лучше будет на самом верху. Есть, готово. Дальше мы убираем прозрачный слой. Есть. Я рекомендую делать линию 2 ПТ. Два пункта. Что самое интересное, иллюстратор нам позволяет делать то, что мы напишем. Два пункта. Либо, если вам надо, там в просчете на миллиметр, там 1,7 миллиметра, я примером показываю, это больше, чем 2 пункта. Вот это 4,8 пункта, но мы оставим на 2. Все зависит от требований вашей типографии. Посмотрим, нет ли дублирования на всякий случай, но это мне прислали, поэтому я им верю. Дальше цвет я вам рекомендую делать примерно так. Делаем 100, это 0, вернее даже не однокраску, то есть это может быть 100% мажента, 100% yellow, 100% черный, но я предпочитаю мажента, так как оно, ну, более контрастное, чем все остальное. Но тут надо заметить одну вещь, что оно должно быть 99%, тогда у нас не будут проблем с оверпринтами, наложениями и всем остальным. Дальше мы открываем Swatches, нашу палитру образцов, перемещаем наш цвет 99%, нажимаем на него два раза, Swatch Name, называем, например, Cut, нож, Color Type, Spot Colors, Color Mode, Smig. Magenta у нас 99%. Все, окей, превью. То есть сейчас у нас пятая краска будет Magenta 99, но с подцветом, нашим дополнительным цветом, пятым, 100% кат. Дальше мы можем делать из него все что угодно, дизайн и прочее. Думаю, все понятно. Если что, пишите, задавайте комментарии, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал, можем заблокировать. Вот, заблокировали наш слой нож. Все, пока.